Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Семик Зератул, с вами команда Семикс, и сегодня мы смотрим заключительный кланвар групповой стадии RSL 3 лиги. Против команды Семикс будет играть против команды UA Team. Счет у нас 0-0, первый сет, поехали. Слева сверху появляется зерк из UA Team, это Кьют. По-моему, это такой чизерочек у нас, любители. Полыни, типа, не дусятить? Ну, не знаю. Может быть, это он, может быть, и не он. Может быть, я что-нибудь и путаю. Вот. Справа снизу у нас любитель пофотонить. И, вот, в любом матчапе вообще. Вот, а в ПВЗ и в ПВП в особенности это Семикс Крендель. Вот. Немножечко сейчас опять у нас с Павшим инактив, и посему мы его не видели некоторое время в лайнапе. Уступил он место более молодым, скажем, соклановцам, перспективным. Вот, так что возвращается он у нас сейчас в строй. Поехали, у нас через хэтчери открывается зерк, через гейт открывается крендель, не через фотонку, не через нексус, не жадничает, играет надежно. Забыл, кстати, логотип нашим соперникам поставить, я балда. Ну ладно. Газпул, ну вообще все стандартно пока от зерга. Похоже очень на третью хату. И стандартный такой, как минимум, мидгейм опенинг. Никакого тебе не быстрого нидуса, никакого тебе медоед грибного билда. Еще что-нибудь, какой-нибудь дичи. Типа 12-го пула в ЗВП, как нынче говорят, модно играть. Не знаю, насколько это правда. Вот. Привет, Датян. Меня слышно, это хорошо. Как раз хотел спросить. Но у нас тут задержка, поскольку на стриме в 2 минуты, то немножечко поздно я все отзывы буду получать, и, соответственно, вы меня тоже услышите ответ какие-то на комментарии в чате, возможно, тоже немножко поздновато. Так что заранее за это сорян. Прилетает для Северлорд, видит разведочка, что есть Nexus. В общем, стандартный отпуск тоже, и будет мешать сейчас попка поставить третью хату. Крендель, да, пилотчик еще здесь в бомбе нет. А как раз экономил на линга, только сейчас два линга закатывает, когда видит, что помешали ему поставить третью хату, из-за этого он атомингу потеряет. Кстати, не добывает он газ после того, как мув заказал. Может быть, вполне нет, не будет никакого флуда с трех хачей, потому что рабочие еще есть. 24 рабайта слишком много для такой страты. И четвертый просто быстро ставит кьют. Вот это интересно. Это интересно. Вот на самом деле, Крендель, если это дело разведа, может он опять попробовать адептами там каким-нибудь. Вот. Или еще какую-то интересную штуку сыграть. Но ладно. По крайней мере, четвертый не знает. Это поздний достаточно будет лейер, что может тоже нарку сыграть нашему протасу. Ну, болеем мы, понятное дело, за Протаса из команды Семикс, потому что он из команды Семикс, а мы тоже из команды Семикс. Как-то болеть против нашего соклана, это, ну, весьма, я считаю, не очень хорошо. Да, сейчас адептом разведает Крас Крендель, видит, что, хо-хо, тут четвертая нычка есть. Вот, встает адептом в проход, забирает двух рабочих, разменивает. Сейчас адепта до него третьего забрать не успел, к сожалению. Вот, ну ладно, жаль. Линги тем временем бегают, но стенка надежная, есть сталкер, есть сумеречный совет. Делается, кстати сказать, чардж зилтом, который так никто и не понерфил в итоге. Ой, по-моему, сожрут сталкера сейчас, да, варпается зилок сюда срочно, порядка 4 линга есть. Нет, адеп добьется из кредит без проблем, вообще даже можно гейт будет отменить. Пытается отчаянно сейчас кьют прогрызть, какую-то разведку получить. Не дело там, кстати, скорее модный нынче мув овером, который в следующем патче будет стоить целых 75 на 75. О, да, что такое? Что, мыша срывается немножко. Вот. Причем там завезли интересные изменения весьма. А! Минус адепт! Нет, 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 пожалуйста, линк не пробегай, только не надо, не пали ничего. Не пали страта, пожалуйста. Не пускает Крендель пробкой из последних сил, просто грудью бросилась на амбразуру. Закрыл проход, и может просто линга. Ну, убей же ты этого линга несчастного. Все, ура. Минус линг. Тут уже вот настраивается интересные два здания.
Вот, который сейчас доставит много поболее кьюту, потому что у него ни спорк нету, а леером таки вообще не пахнет. У него три хэтчера в итоге получается. Не четвертый, а третий хэтчер он там воткнул. То есть, походу, это на какой-то пуш с хачей похоже, но я думаю, что тут любой пуш практически будет отвален от того, что сейчас летит. Но, в принципе, я могу уже сказать, что там дарки, потому что за 2 минуты, я думаю, что кьют это и сам прекрасно увидит, то, что у него будут проблемы сейчас на третий базе, на второй и на мейне, надеюсь, тоже. 4 дарка за вар, пошла жара. Лэр только-только был заморфен буквально недавно. Да, 200 на 8 минуте попытка сыграть. Нет. Да, спорок нету, можно сейчас просто срубать хэтчери, нам пофигу и все. И дарками убегать даже. Тут никаких трансфьюзов нету. Призму просто уводить, это минус хэтчери сразу, и все, дарки разбегаются по локациям сейчас. Нет, все-таки не стал разбегаться, Кридель просто увел сейчас часть дарков вниз, часть дарков на... Проверить, нет ли там четвертой базы, которая должна быть типа третьей. Ну и зря на самом деле Кридель сейчас не наломился, он мог, в принципе, вполне лейер здесь забрать, потому что детекции вообще никакой не было. Там Уверсир бы не успел доборфиться, трансфьюз бы квинов не хватило, 4 игрока просто бы вырубили лейер, это был бы просто моментальный ГГ, конечно, для Зерга. А так получается, что 58 на 35. Подождите, а почему так мало рабочих? 17 тараканов здесь. Вот она что. То есть это готовился какой-то пропуш трех хачей сейчас. Вот, но... Зерк по таймингам уже немножечко провтыкал. О, что, на чем у нас будет отвечать Крендель? Крендель добавляет гейтвей, сейчас нужно иммортов, наверное, подбавить чуть-чуть центрей. Вот, и готовится к отражению Зерга скатать, потому что очень сильно сейчас 2 раза практически отставит по экономике. Это будет однозначно какой-то пуш, но без мува врачам он точно никуда не пойдет. Вот, я думаю, что... Или если без мува, то надо было здесь вот камни разбирать, уменьшать раш дистанс на этой карте. Не сделал это заранее кьют и... Да, он сейчас пошел в атаку. Разбил он вот эти камни, да, проход какой-то сделал. Вот, но тут уже Кренер более-менее готов. Есть энное количество сентри, здесь равагеров мало. Кстати, раб поехал им разбирать камни, что ли? А, будет пытаться вот так на третью хитро. Хитропопа он очень пробираться. Это хорошая тема, видели мы это на минувшем турнире в Финляндии, в Хельсинках, где Сырал, по-моему, такую фишку демонстрировал, или кто-то из зергов, в общем, демонстрировал топово. Достаточно неплохо. Опоздал только фаербол. Ну, это, опять же, раньше, наверное, надо было делать, либо проводить 2 рабочих и как-то их контролить. Ну, в общем, к исполнению кьюта немножко страдает. Восстанавливается, наконец, сейчас 3-я локация. На 2 он пока живет. Дарк нарезает. Нету спорки до сих пор на... третьей базе и в панике сейчас квины с Аверсиром. Ну да, кто уже, в общем-то, довольный. Умер довольным, сделал 10 фрагов, 11 даже фрагов. Тут ждут раба, который приедет и все-таки там с базы как-то это дело расчебурашат. Но тут еще один дарк успевает зайти. Там ничего, кроме одной квины, нет. Может, вполне квину тут забороть, кстати, сейчас. Ну, будет просто фокусить рабов, кредит, скорее всего, давайте можно от него вижен сделал. Да, вот мы, чтобы просто прокликивать рабов здесь, на пофигу. Вот, и выход здесь. Не, ну тут очень много сталкеров, просто против голых роучей. Сталкеры с Брилинком, есть форсфилды. Ай, Байла словил неприятно, но... В целом это уже как-то не особенно порешал, потому что боевой лимит сейчас у Протс плюс почти что 30. Вот, и это достаточно качественно, боевой лимит я не вижу, что по апгрейдам, но, в принципе, можно видеть, что против голых роучей это дело будет сражаться очень хорошо, и... Скорее всего, кьют здесь уже не отбивается, несмотря на то, что забирает хорошо Байла на Архонта сейчас. Вот, но это попахивает 1-0. Слишком много кренделя здесь. Да, GG пишет кьют, это сейчас становится 1-0 в пользу команды CMX. Потом, если будет где-то пауза между матчами, я... Могу вкратце напомнить наше турнирное положение. Вот, оно, кстати, весьма неплохое. Уступили мы пока что лишь команде Майкерс, которая... Мкерс, блин. В общем, Iron Chain, которые переименовали сейчас. Странно читаемое немножко название. Вот, у них...
там без поражений не идут, с четырьмя победами завершают групповой этап на первом месте. Мы пока идем на втором месте, тоже пока без единственного поражения от команды как раз вот этих Майтерсов. Вот. И все зависит от того, как мы сыграем с УАТИМ и как команда Платун сыграет, а уже сыграла, кстати сказать, с командой 3D, старым составом 3D в нашем дивизионе. Давайте пока гляну все это дело, пока мы приглашаем контрола ожидаемого сейчас. Вот. И, наверное, забуримся в войск Ренделю. Привет, привет. Здравствуйте. Добрый день, рад вас слышать. Отличная игра была. Абсолютно не готов был к даркам. Ты, кстати, мог закончить это еще вот первым прям приходом дарков. И ты когда пришел, у него только-только Лэйр морфился, и вообще никакой детекции не было. Ну, я решил не рисковать. В конце концов, я потерял только призму, это потому что не доконтролил. Просто мне экономика лучше. Соответственно, просто дарки, если бы пошли вниз, они бы убили Лэйр, там он его не оттрансфизить, не отдетектить не успевал никак, и это был бы ГГ просто. Ну, может быть, я же не знал. Вот, ну да, ты это не знал. Нет, он заказал спорк, я думал, он везде заказал спорки. Нет, он заказал спорки только там, где дарки хату убили, и все. Ну, разумеется. Ни на мейне, нигде не было спорки больше. Правильно сделал. Так и надо играть. За ВП. Играем с рандомом, что ли, что? Рандом? Не-не-не, там, видимо, походу мисс рейс, скажем так. Вот, так пересоздавать будем. Так что я думаю, что мы сейчас просто пересоздадим, а я пока по-быстренькому пробегусь по нашему турнирному положению. Команда 3D обыграла команду Платун, судя по тому, что я сейчас вижу турнир на табличке. Давайте посмотрим. Да, 3-1 они обыграли команду Платун. Вот. И, соответственно, перемещаются на третье место. То есть, получается... Не могу ливнуть. Чё? Господи, как ливнуть этот мой режим? И нет кнопки меню. Где мне её найти? Как выйти? F10. Да, вот, я вспомнил. Alt F10. Mm-hmm. Вот, отлично. Всё, я вспомнил. Пересоздавай, приглашай сейчас пока. Mm-hmm. Скрин быстренько покажу. Захват экрана. Вот наше положение, собственно, вот они мкерс вот эти. И мы сейчас при любом раскладе, вне зависимости от результата данного кланвара, остаемся на втором месте, гарантированно выходим во второй этап. Ну, то есть в плей-офф. То есть можно вообще не стараться. Не, ну стараться надо. Никому, пожалуйста, не говорите из наших игроков, что там все прям так шоколадно. Игроки стрим не смотрят, они играют. Ну да, так что вот так что. То есть там 3-1 получается, что Платун умудрились проиграть второму составу 3D. Blackstar только там проиграл у них. ZGLML какому-то чуваку. Вот, остальные все отлетели. Вот. Ну и в итоге получается, что мы... Фух, успел поставить... иконки. Это было бы некрасиво. Я думаю, что-то так затих-то внезапно. Так, ну что, поехали. У нас начинается следующий сет. Контрол будет играть против Фуатим Гавернор. Это у нас ТВП. Сегодня, кстати, ни одной зеркалочки у нас нету, что достопримечательно. Вот. На карте Тиберлес, которые наконец-таки уберут в следующем сезоне, который начнется уже там, по-моему, 20 августа, что ли, вместе с новым балансом. А чем тебе нравится Киберлес? Не, ну карта неплохая, но меня задолбало на низовое заиграть каждый раз 12-й пул на 12-й пул. Уже вот честное слово тошнит. Понравилось, как сегодня мы с тобой сыграли. Ничуть не палевная мута была. Ну да, я... вообще сделал 3-2, чтобы ты понимал. Да, Бэл, я правда знал, что либо ты либо мута, либо эти, как там, уроки. Люра? Не-не-не. Грибы? Вот, да, грибы. Не, ну грибы это чушь, я считаю. Ну, в смысле, в моих... Нет, в моих руках это точно полная чушь. Не, ну да, я, если ты ту игру поиграл эпично, когда мы с тобой играли, когда я просто переехал всем, что у меня осталось, и я после этого выиграл. Ну да. Я... Достаточно с контроля требовательно, я сейчас контролер весьма хреновый. Да, там много, конечно, контроль, там раз в минуту нажать кнопку. Приезжает контроль, все закроет проход? Нет, я думал, сейчас саплайку поставит и не пустит пробку просто на базу.
решил ее все-таки пропустить, показать, что играет стандартно абсолютно. Вот. Ну, а сам Говернор просто не стесняясь поставил Nexus, после Гейта тоже, в общем-то, все стандартно пока здесь. Вот. Никто никого чизить, по видимости, не собирается. Он поздно, он добавил кибернетку на 20-м лимите. То есть перестроил рабочую, перехалял чуть-чуть. Он провести Рипер, и у Рипера будет возможность забрать одну пробку. То есть как раз эту самую пробку, которую он лишний построил. Ну, собственно, да. Сразу полетит. Ну, а сразу у него ралли-поинт стоит уже на базу к Зергу. Ну, мало ли, на базу к Тосу, как мы видим. После надо Сера начинать там что-то чекать, там. Прокси какие-то искать возможные, да. За пробкой вражеской гоняться, кстати, это было бы не лишним, потому что сейчас как раз Говернор где-то на третьей бальт прячется. Нет, она сейчас вернется пробку убивать КСМ-ку, кто строит СС-шку. И Рипера можно возвращаться смело и его убивать. Нет, смотри, Адепт успевает, я, наверное, ошибся. Да, там, аккуратно. Да, вот ну, неприятно будет потягать Рипера, так вот, ничего я практически не увидев. Плюс приехала пробка. Факт уроку. Начинает пилить до рабочего. Они больше пробка ничего не сделает. И еще адепт уже, то есть он увидел пробкой, что там не будет ничего. Он сейчас пробежит адепт, он сможет убить там одну или две КСМ. Да, адепт уже бежит, прям спешит, спотыкается сюда. Играет в блинк Говернор. Стандартное, в общем-то, начало для процессов. Типа, что-то лопат, мне кажется. Вот, успел закрыться. Фух, лишнего перенажимал. Это он просто тонко потроллил на тоненького вот так вот. Не-не-не, я просто не ожидал видеть здесь адепта. Ну да, я тоже. Ну сейчас выйдет циклон, в общем-то, это будет минус адепт, я думаю. Нет, он лишь уходит, нет, не уходит. Должен он уходить сейчас. Да, он должен. Надо уходить. Значит, это будет просто адепт на халяву. Сейчас циклон выйдет, и уже никак. Бедняжка здесь не спрячется. Пиу, 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 пиу. Нет, не успевает. Ха, и посмотри, как эта пулька полетела через полкарта. Но, на самом деле, это была просто анимация. Нет, это была анимация. Она урона не нанесла. Разве? А где же адепт тогда? Он адеп... убил Марик. Марик убил. Вот. Может, посмотрите, у Марика нижнего один килл. Это была просто анимация, а на самом деле урона от выстрела не нанес. Пытается сейчас развести на сталкера, но грамотно Говернор его уводит. Наверх туда подальше. Что, можно убить? Что? И третий Nexus. Он криво, наверное, заказал. Разве нет, по-моему, четко, вполне стоит. Контрол зацепился за Nexus зачем-то. Он сейчас четко стоит, а до этого мы его поставил и отменил. А, ну я вот этого момента не заметил. Я просто увидел, что контрол сейчас подавил циклона. То, мне кажется, опять будет делать двухбазовый подпуш. Мощный. Мощный. Он прям собирает лимит. У Говернора все хорошо на самом деле. Я как прото смогу сказать, там все очень хорошо. Да и у контрола, в общем-то, не бедно, я бы сказал. Ну не знаю, нет, у паца все более перспективно. Ну, контрола все стандартно, он никак, в общем-то, процессы не напряг, ничего ему не нахарасил. Не-не-не, это не стандарт, вообще не стандарт. Разве? Прям... Ну, да. Я небольшой эксперт по тернам просто. Сейчас должен понимать, что это будет базовый выход. То есть он прям закажет сейчас агриды 1-1 и пойдет пускать гейтов. А тут, да, тут уже гейты добавляются, и процесс, в общем-то, будет готов, и еще и будет иметь третью базу при всем при этом. А вот он-то и фишка. Видишь, 1-1, грейды. Да. Сейчас все бусты в грейды. Сейчас будет просто выход. По серверу точно увидит, а он сейчас будет просто варпаться. КДшечки. На месте протаса даже не стал бы париться там. Какой-то фигнёй. Я прям чисто сидел бы, бустил бы грейды, чтобы 1-1 успели. А он вообще бусты не кидает. Ну странно, на самом деле. Куда он их кидает тогда? Вообще никуда не кидает, походу. Вот он сейчас решил. Вот, запустить. Да. Ну, в целом он успеет все потратить на чардж, на 1-1. Вот, из дурбас просто здесь будет отбиваться. Не успел убить Апса. Жаль, вот это было плохо на самом деле. Будет он теперь безнаказанно здесь. Он не стал раскачивать базу, рейсинг. Сразу добавил гейты.
сейчас у Вернора очень хороший шанс отбиться. Минус мина. Это, на самом деле, такой стрёмный, сомнительный размен, потому что два сталкера были пробиты. Я считаю... Лишь он вообще не раскачивает ритер, рабов не делает, чисто все деньги в юнитов вкладывает. Ну да. Все равно остается по лимиту на 15. Чарш есть, контрол на третью пошел. Мне кажется, там не очень хорошая позиция, может было бы лучше вот здесь где-то разложиться, чтобы рассоединить войско вражеские. Мина закапывается, успеет закопаться мина, да, успевает закопаться, это минус третий Нексус. Зря девочка не сражает, он зря перекапывает мину. Хороший. Ну все равно хорошо, он сейчас зелков подорвал просто, танк живой, пехота, прикрытие есть. Прото здесь ничего сейчас не добьется, еще мины есть, еще минус зелки. Кайтит все это здесь контрол и забирает, я думаю, он третью базу. Должен он ее забирать, по крайней мере. Все убивает. Просто не остался. А там все еще танк скидает. Еще и танк живой, да. Протус уже понес критический ущерб. Надо Нексус забрать просто и на медиваках улетать на мейн к нему. Хрен с ним с этим танком, все, он уже так не жилец, а вот пытается контрол отчаянно спасти, но это было лишнее абсолютно. Убил еще одного сталкера, это того стоило. Ну окей. То, что он потерял... Пустой медивак. Ну да. Очень плохо Гувернура теперь внезапно. Несмотря на то, что он 2-2 заказал, несмотря на то, что он делает архивы, все очень плохо. Ну теперь... Мейн уже заканчивается, а Триси уничтожены. Теперь-то да. Четвертую газилку просто составить. То есть просто сейчас... На все штурмы. Да, в принципе, наверное, единственный шанс сейчас, либо, не знаю, что он в дизы, что ли, пошел. Роботик ставит, и архивы ставят одновременно. Он, я не знаю, на самом деле, это странно. У него газа вот явно не будет хватать. Ну, у него не хватит, с двух бас у него не хватит ничего, а третий не скоро еще будет. Тут Либератор, тем более, харасит сейчас. Сталкеров мало, два сталкера всего. И тут такая позиция, по-моему, что сбоку сталкера не достают, не? Сентри фокусит контрол, кстати, с Либератором что-то напоследок. Ну, бил 3 пробки, 4 пробки. И Сентри еще забрал, да. Сам в третье тебя времени выходит, судя по всему. Где третье? Вон, на третье полетело. Второго тоже уже есть арморка. Сейчас пойдет, ну, по готовности 1-1, сразу 2-2. Еще 2 пробки где-то умирает. Либератор тоже, наверное, присел. Ну да, походу на мейн еще Либератор. А нет, тут дроп был на мейн. Вот эти вот пацаны, которые улетели как раз из атаки, спаслись они. Mm-hmm. Залетели еще 6 пробок минуса 0. Что у нас, кстати, по рабочим? 42 на 53 сейчас преимущество тирана. Протос очень плохо контролит, не собирает газ. Он только сейчас начал собирать газ на натурале. У него там 2 пробки собирали газилку. По бусты ему вообще не тратит. У него уже давно могли бы быть 2-2, но нет. Единственное, что, наверное, может сейчас что-то сделать. Могло бы, вернее, сделать. 2-2 и шторм. Ну, вместо шторма сейчас мы видим Архонта на поле боя. Еще один Архонт там морфится где-то, по видимости, из психов как раз-таки. Ну, то есть весь газ, получается, что он слил. Здесь куча мин, сейчас сделки просто все на минах подохнут. Ну, по-моему, тут вторую потерю третьего Нексуса просто не переживет уже. Мина хорошо по Архонтам заходят. ТГГ, это 2-0 в пользу команды Семикс. То есть, в принципе, даже если бы... Платуну 3D не выиграли. Ну, а точнее, 3D бы у Платуна не выиграли. Вот. Этого было бы вполне достаточно для того, чтобы обеспечить нам выход. Дальше нас играет на Николай. Это будет матч. Ой, это будет игра сегодняшнего матча. Там интересно, что... Да. Оба, потому что он меня блокирует. Привет, кстати, Дотфейк. Там человек меня все выдопытывает достаточно долго, достаточно долгое время сыграть со мной один на один. И стейкиновская наша комьюнити человечек. Что достопримечательно. Старикрафтся, что ли, хочешь сыграть? Да. Играю, почему нет? Не могу пригласить Нани, не могу пригласить бронелоба. Давай я тогда приглашу сейчас всех. Бронелоб. Бронелоба приглашаю. Нани. А где Нани? Нани вот он. Давайте мы его тоже сейчас пригласим. Нани меня просто заигнорил. В АФК сидел. Вот мы уже здесь.
Бронелоб здесь, на не здесь. Расу, пожалуйста. Отошел. Даже нет. Если мы сейчас 3-0 выиграем, не надо что-то играть, да? Нет, здесь четвертый сет играется в любом случае, вне зависимости от результата, потому что очки начисляются за взятые сеты. Вот, соответственно, здесь нужно играть по любасу. Все 4 сета. Ждем Нани. Да, сейчас быстренько профиль бронелоба глянем. А ничего у него не видно, он не наигран, игра на этом аккаунте. Так, около того. Ну, вообще, да, достаточно неплохой игрок, я его помню. Да нет, он умеет только такие темы гонять. 5200 говерно был. Примерно как ты гоняешь, такие же темы он. Так что я нашли тебе друга. Да. Он меня нагрубил, я ему вежливо ответил, и после этого он... заблокировал меня. Ну, давай. Поэтому сейчас я не мог его пригласить. Рубить? Я ничего, да, никаких оскорблений ему не писал. Тем не менее, он расстроился. Итак, начинается у нас третий сет Клонара CMX против Уатим. У нас ЗВП, Уатим Бронелоб будет играть против CMX на Никава. Еще 2-0 в пользу команды CMX. И карта у нас новое противостояние. Казалось бы, тирановская карта. Вот, но... Тиран у нас пошел немножко на... Ну, не знаю, почему-то считается, что эта карта с тирановской за счет вот этих вот преградок, за которыми типа танки удобно раскладывать. И вот здесь вот в центре бит с тирану якобы удобнее. Не знаю почему, но так считается. На самом деле в центре практически никогда не бывает сражений, сколько я играл на этой карте. Да. Да. Так. Ну просто эта позиция, она не особо удобная. Может быть, она удобна, но просто зерги, они просто не будут там драться и все. Ну, тоже логично, на самом деле. Вот, но почему... будет самый близкий матч, я думаю, в сегодняшнем конваре. Я ожидаю так. Ну, если она не зачистит каким-нибудь нидусом, то почему бы, собственно, и нет. Будет чистить. Я не знаю, ну, как бы сомневаюсь, что про него будет играть какой-то макро. Может быть, Нани тогда тоже имело смысл что-нибудь такое поставить. Да, вот он, видишь, уже он чизик у нас здесь нарисовал. Сырочек, скажем так. Ставит пул, ставит газ. Вот. Пока это не чизик. Модный нынче ранний пул против процесса. Нани стенку играет. Будете там. Какая же карта у нас была? А, нет, не эта карта, ее уже выпилили, по-моему, где стенка очень нестандартно немножко ставилась. Получил натурал, зерги. Ну, он видит то, что не собирается зерг сейчас на натурал выходить. Кстати, зерг и собак, походу. Не надо уезжать пробкой. Да, надо чекать количество мужчин. Количество мужчин можно понять. Что Бронелоб под рабочих заказал вместо собак сначала. И собак он заказывал всего две штуки. Ну, вот видишь, вот на никого не чекнул ничего, а мог поставить спокойно экс, потом заказил. Ну, он перестраховался сейчас. Да нет, почему? Ну, он, видишь, собак нету, что-то ничего не выбил. Он две собаки есть какие-то жалкие выбежали. Что, а он поставил, заказал лишнего зелка, поставил кибернетку и гейт до экс, понимаешь? Ну да. Собственно, сам факт того, что Николай так поступил, уже окупает этот пул. А это у нас, скорее всего, будет рингами, я полагаю. Потому что газ не собирается больше. Но мне сложно сказать, на самом деле, что это будет от Говернор, потому что тут сейчас и... Тьфу, блин, Бронелоба, потому что тут уже и вторая ставится на месте третьей, и если он сейчас еще и третью воткнет, переводит рабочих, тут лонг майнинг такой. Долгая стол поездка газа. На новую базу. Просто газа. Возможно, если сейчас по скуиной пойдет и этот такого ОР. Но если он сейчас, допустим, не будет... Не, ну тут три хаты надо. Нужно еще одну хату и не достраивать рабочих. Из линкфлута есть такая тема. Вот. Он играл нестандартно. Он же играл не через хаты, а через пол. Нет, это не будет похоже на таких колонок. Сталкер, походу, сейчас выйдет не в ту сторону немножечко. Да, за стенку вышел. Пытается по респауну зелка, пройти. Зелка попросить, чтобы он вышел. Реколит кого-то. Кого он реколит? Пробку реколит назад. Адепта реколит, по-моему. Ну ладно.
на самом деле. Ставится третья, ставится... Пока что Лейра нету. Они все очень плохо уже, слишком боится. Ну, знаешь, у Зерга тоже, я бы сказал, сейчас не очень все как-то шоколадно, потому что я... Больше. Я просто понять не могу, во что он играет и что он как бы хочет. Пока что это... Больше рабочих. Уже как бы знак. Того, что у него все хорошо, я понял. Да. Ну, я просто... На таком тайминге у процесса должно быть больше проб. А сейчас уже как бы... 25 на 26, то сейчас равное количество рабочих с одной и с другой стороны. 30, и сейчас еще 4 выйдет. Видишь, сейчас будет уже 34. Очень хорошо. А Зерг еще ничего не делал. Видишь, они пробок втыкают строить. Ну как-то да, видимо, он перебоялся Чеза, а Чеза-то в итоге не оказался. У него 6 пробок натуральных, он стоит 2 газа. Это просто тиф какой-то. Че будет? Какой-то он просто сливает эту игру. Что он, видимо, ожидает Нидуса какого-то. Ну, не исключено, да. На пса, кстати, он не построил, он Иммортала первым заказал сразу. В ожидании, возможно, какого-то пуша. Надо разведывать. Вот я вот кучу всех, надо делать разведку. Надо делать. Не будет такой тупой херни, когда ты вот будешь вот так вот огревать, просто проигрывать игры просто так. Не будет этого. Зерга сейчас в этом плане немножко получше. Можно сделать мув оверлордом. С мув оверлордом все можно разведывать. Да, в принципе, и без него можно, да. Вот. Но с ним лучше, потому что он теперь будет стоить немножко дешевле. Без мува оверлордом ты просто теряешь одного овера и все видишь. А с мува оверлорда ты тратишь те же самые 100 минералов, но еще 100 газа. И не теряешь никакого овера, наверное. Тупить? Ну ты не теряешь оверлорда, у тебя потом этот мув пригодится для того, чтобы, в общем, в ЗВЗ спасать оверлов, чтобы карту контролить и так далее. Потом можно и заказать. Ну вот. Сейчас вот просто это определил. Мы у него, понимаешь, надо заказывать врачей. Пытается минусануть сейчас. Да, минус овер. На третью нане, что ли, пытается выйти. Не понятно, не могу, что он делает вообще. Я сейчас вообще понять не могу вообще, кто из игроков что сейчас делает. Ни с одной, ни с другой стороны. Сейчас четвертая хата пойдет. Ну окей, допустим, Зерг просто строит рабочих. Есть такая страта. Не знаю, что делать, строй рабыл. Нет, он ставит армию уже давно. Лимит вообще. Нанер батик заказывается. О, видел. А, вот третья база делать. Нестандартом есть, на никого я поставил Некс. Тролли узелка. Трехаты по-прежнему нет. Зарик собирается просто масс врачей, видимо, делать. По странам. Видит. И Мото видит кучу центри и делает, ну, как бы, врачей. Еще один Мото ушел, Дисраптор делается. Они увидели, что идет пуш, надо даварп делать. Армия вне позиции стоит. Давай я тебя камеру поставлю, а то что-то как получается, что ты говоришь, а у меня камера где-то вообще в другом месте летает. На самом деле, ты если на никого не затупит, и дизраптор выйдет вовремя, да? То есть, если... Ну, дизраптор там делается, но если Зерг здесь скорее не нападет слишком скоро. На филдах как-то он удержится на рампе сейчас, хотя там все, там всего три реведжера. Вот камера здесь. Кидает филды. Не кидает филды, отдает Нексус. Ну, это минус Нексус по-любому был бы, то есть тут диск не выходит в этот момент. Вот только сейчас он выходит. Ну, вообще... Пошел первый жах сейчас. Пойдет первый жух. Жух неплохой. Весьма неплохой жух. Но как-то мало процесса здесь совсем. Два ИМА, призмы нету. Контролить ими нельзя. Два РПЦ сталкера. Идет. А сейчас будет еще один жух. Не надо дизраптора. Вот он жух. Жух, жух, жух. А сейчас его дизраптора убьет. Не убили. Ну, в общем... Время, Некс живой, батарейка есть, бронелоп не пробивает. Ой, еще сейчас хороший жух будет, да. Три жуха смачных, в общем, тут решили фактически исход этого сражения. Я отдавать не отдаст, если он сейчас Некс не отдаст, то победит. Нет, он отдаст. Ну, он отдаст, тут не удержать его никак, тут дома он умереть? Удержится. Умереть здесь нельзя, он выжил. Ну, три удачных залпа дистраптора сейчас фактически спасли задницу на нем.
Ну, и как спасли? Посмотрим на лимиты, 50 лимит разница. Не знаю, не уверен, что прям уж спасли. Ну, как... Ну, как минимум, не дали ему умереть сейчас, вот прямо здесь, сейчас. Нет, он то, что там много войска. Ватик далеко стоит очень. Еще дизраптором долго идти. Ну, да. У тебя нет рабочих? Ну, у тебя все плохо. Призмы нету. Вон газа. Сталкеры нам турали забытые. Шестьдесят лимиты разница. Что-то очень тяжело будет, даже если это возможно. Ну, прям супер удачный взрыв. Прям очень удачный взрыв. То есть там вся армия должна отдаться, чтобы стабилизировать ситуацию. Ну, знаю, потому как за контроль, но почему бы и нет, собственно говоря. Тем более позиция на рампе есть. Надо если обсерва есть, вижу. Пошел залп. Отлично! Просто супер. Второй пожиже, но ладно, сойдет. Да нет, он зря так продает. Ну от дизов он зря сейчас отдал. Опять же, призмы не было. Последнего диза отдал, ну да. Его пару врачей отправить он брал просто. Чтобы подкарать генеральную линию. Уже за броневого пункта риск. Ну тоже сомнительное решение на самом деле. Тут сталкеров уже полно, как бы против Роуча сейчас на анимасил. 80 дронов. 80. На 52 пробки. Добирать надо этих рачи, не отпускать их домой. На самом деле, сам все рачи умрут, прям все. Жагу пофигу будет. Металлики уже почти здесь. 70. Рекол домой нужен сейчас. Минус еще один дизратор. Нет, спасется. Нет, не будет. Какие минусы? Вот это плохо. Надо не отдать дизраптора на металлист. Ну, как мне не играет. Блинк есть, в принципе, можно пока смотри как-то повоевать более-менее. Ну тут экономика уже сильно очень пострадала и слишком большая разница сейчас по инкаму. Не с самого начала проиграл, когда он просто не, ну, решил, что не надо чекать пул, что не надо чекать ключи. А, пытается покосить дизов сейчас. Он правильно делает, что он сейчас убьет всех дизов, закажет какую-нибудь гидру. Ну, то, конечно, на этом отдастся, может быть, чуть-чуть. Ну, броневок на самом деле он так, уже фанится, с какие-то металлисты. Ну, да. Хороший зал дизратора сейчас опять. Ну, смотри, столько сейчас шаров наловил после зерка, то офигеть. Последний дис помирает, надо за стенку сейчас блинкаться, наверное. Плохой блинк был. Здесь уже никак не выйдет. Сейчас уже вообще никакой чудо не поможет. Ну, она не старается до конца гейма там демонстрирует сейчас. Не хочет так просто уходить. Третий Некс сейчас упадет. И печально, конечно, будет. Да. Он был развернуться убить с лингами. Не, сейчас предпримет какую-то отчаянную попытку контратаки. Ну, тут... Так думал, уже нет, чтобы устанавливать базу. Да нет, он тут зерк просто закажется и отобьется. Без проблем. Просто ну, даже. Тогда заказываю. Ну, может быть. Одних ингов хватит. Ну да. Одному-то все убьет. I love the game. Да. Ну, бывало и лучше, скажем так. В PvP как-то. Но не смотрелся получше, и ПВЗ как довольно слабый матчап у нас традиционно у всех практически. Вначале херню сделал, поэтому и проиграл там уже. Ну... Проблема была не в том, что матчап слабый. Не знаю. Ты играешь против Оливера. Да, я играю с ЗВТ, блин. Я постоянно ЗВТ падает.
На КВХ, на наших. Это еще опять эта карта, блин. Ну ладно, попробую затащить. Вот, я просто давно достаточно не играл сейчас, поэтому не скажу, что я прям до хрена боец. Вот, но тащить я попробую. Так что из войс я тогда ливаю. Пожелаю мне удачки. Да, удачи. Бздынь. Так, ну что, давайте тогда Оливер наверх. Что у него там написано? У него написано 4300. Не верь глазам своим называется. Я думаю, что там никакой не 4000, скорее всего. Ну да. Так, ну что, поехали. Не знаю, микрофон выключить, чтобы там не ругаться на него. Чего? Произойти какой-нибудь нецензурный контент. Ну ладно, фиг с ним, в принципе, я думаю, просто стараюсь не особенно комментировать происходящее. Вот. Надеюсь, что я нигде не накосячу с билдом, и все будет хорошо. В принципе, два сета мы взяли, задачу свою мы на этот план фактически выполнили, в плей-офф мы выходим, так что фактически сейчас моя игра не особенно чего решает. В этом плане как-то не особенно ответственность давляет. Ну, это, конечно, радует. Но все-таки хочется свой статистику на КВшку выправить, скажем. Так. Недостаточно минералов. Нужно недопустимый приказ. Требуется больше минералов. Недостаточно минералов. Нужно больше минералов. Аж каким-нибудь говном не зачистили. Все будет хорошо. Здравствуйте. Ах ты, засранец, не поехал. Требуется больше Туда, куда минералов. было бы надо. Недостаточно минералов. Риттера, походу, не будет, если он не убирает КСМ-ку сейчас. Оперативно. Требуется больше минералов. Ну, по крайней мере, похоже на то, что не будет. Недостаточно минералов. Требуется больше. Недостаточно. Нужно больше минералов. Нет, слушайте, сделаю и право поле. Недостаточно минералов. Заберу. Сука. Нет, забрал все-таки. Это хорошо. Это очень хорошо, на самом деле, то, что решили сейчас человек вообще разведки от слова совсем. Так, у него там что? У него там бункер, в общем-то, стандартное набегание с собаками. Давайте как раз сбегаем с собаками, посмотрим, что происходит. Королева успешно создана. Недостаточно. Соединим базы крипом. Можно бегать, попробовать.
Ну, не знаю, не успел, кстати, сказать, пробежать, по-моему, сейчас. Даже если повезет. Эволюции нужно больше надзирателей. Недостаточно надзирателей. Недостаточно. Требуется дополнительные войска Роя атакованы. Да, блин. Нужно больше мира. Недостаточно. Он немножко рано заказался. Мне нужна еще одна квина. Войска требуется больше минералов. Недостаточно минералов. А что он сканит? Он сканит на мейн, он на мейн ничего не видит. А что не сейчас мне на пофигу не поехал этим самым геликами. Испугавшись, что у меня там типа может быть до хрена королев, там все такое. Недостаточно. Ну, конечно, он будет сейчас стоять, типа крип жечь. А нет, все-таки поехал. Глянешь на него. Это очень неприятно, на самом деле. Ползите, ё-моё, жути. Все, можно в лэр приходить после налома. Мингов назад. Нужно больше надзирателей. Оооо, это действо с батлкрузером чувака. Я так и чувствовал, что здесь какой-то хрень будет. Так, лэр заказан. Сэм, по спорте, квин под заказом. Так, минусуем мы саплай, минусуем по максимуму рабочих. А где рабочие-то? Я. Что мы тогда без 5 минут как? Если я ничего не портачу. Королева успешно создана. Рабочие атакованы. Не найдешь против батлов играть. Такой пидос, ничего смешного. Недопустимый приказ. Так, что делать? Ну, давайте рабочим будем стоять, я не знаю. Немножко короче. Да пошел нахер, блин.
Он, конечно, будет меня сейчас пытаться захарасить, то есть как-то вытягивать, сука, блядь, проигранную нахуй игру. Ну, в принципе. Насколько успешно, у меня сейчас нечем отбиваться практически от этих. А, блин, контратака лингами-то, ё-моё. Контратака-то, с этим говном должно же у меня быть какая-то. Возвращайся, чувак, домой, пожалуйста. Ну, сейчас, короче, у меня корабль просто вылезет, и на самом деле, и на том деле закончится, скажем так. Его. Все, чао, бомбина. Так, а где моя квена? Мне что, гематы, что ли, постреляли? Все. Ну, на пофиг, сейчас просто летим, убиваем ему эти, блин, батлкрузеры несчастные. Да? Требуется больше минералов. Недостаточно минералов. Я не думаю, что у него там что-то есть сейчас. Нужно больше минералов. Блять, читовская починка это. Нет, не убью я все батлов ему. Ну, по крайней мере, сюда он тоже не сунется. Требуется больше минералов. Новая королева. Да ну ебать твой колосис. ГГ, левая уже нахуй. Знаете, ребята, я вот честное слово, по ночам иногда так и вижу, как тираны, играющие в батлкрузера, вдолбятся в задницу с процессами, играющими в двухбазовые алыны. Ну, блин, такой бред вообще. Ну ладно, в итоге мы 3-1 вин. Кланвар на этом можно считать успешно закрытым. И задачу нашу многотравой так выполнил, что не может не радовать. Так. Там-прам-прам. Давайте поставим счет. Вести результат. Квендель выиграл. Контрол выиграл. Нани проиграл. И я выиграл. Моя команда выиграл. Завершить матч. Сохраняем счет. 3-1 в итоге, что у нас здесь получается по турнирной сетке. Мы набираем 11 очков. На 2 очка мы, кстати, от Майкерс отстаем, получается. О, по взятым сетам. Ну. На третьем месте 3D Young, на четвертом Платун и Окраин Тим, получается, на последнем месте с нулем побед. GGVP, дорогие друзья. Что еще сказать? Ну все. Следующая игра у нас будет, получается, на Альфа-лиге. Ориентировочно 12 числа против команды FFO Gaming. Это у нас уже матч плей-оффа. Давайте сейчас еще раз покажу. Собственно, здесь мы играем против Frosted Four второго состава, и победитель выходит на победителя пары Hasu Players и Advent. У нас 1/8 плей-офф, ориентировочно 12 числа. Я надеюсь, что будет у нас максимально боевой состав. Вот. С
скажем так, последняя пара кланваров у нас была фактически репетиция перед этим самым плей-оффом, так что пока наша команда показала себя весьма, весьма достойно. Ты как Вайкатра комментируешь, играешь, но только ты зерка не играешь за благородных процессов. Ну, комментаторы за меня во время игры, скажем так, весьма посредственные. Вот. Так что не обращайте, пожалуйста, внимания, не кидайте тапка. Все, ребят, на этом кланвар можно считать законченным. Поздравляем команду 7X с победой. Присоединяемся к Войсу Скринерам. Что скажешь? Молодец. Что тут еще сказать? Спасибо тебе большое за поддержку. Да, я что-то там уже не знаю. Все ждал, пока чувак ливнет. Ну там да, то у него в этот момент вообще ни одной КСМ-ки не было, просто ноль. Я у него рабочих всех убил, и как бы он меня этим болтами пытался захарасить, но это как бы чисто до тех моментов, пока караптеры не вылетели, и все там уже. Он, кстати, на тебе харасом ботов убил столько же рабов, сколько ты ему. Только я построил еще больше. Как зерк. Ну, так, да. Так что вот так что. Вот. А я как раз с собой в обратном войс запрыгнуть. Хотел сказать, что у нас следующая игра будет 12 числа на Альфа-лиге против второго состава FOFO Gaming. Вот. Победители соседней группы. Так что нужно к этой игре подойти к максимальной ответственности. Желательно, чтобы все наши ребята основные были. Смотрим. Ну да, посмотрим. Можно так что вот так что. Да. Ну все, ребят, спасибо всем, кто за нас смотрел. Спасибо всем, кто за нас болел. С вами был 7X Zeratul, с вами был 7X Крендель. Всем до новых встреч, всем пока. Удачки. Стрим офлайн.